В Курумканском районе вынесен приговор местному жителю, который убил мужчину. Преступник вместе с женой, сестрой и ее приезжим приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин. На фоне алкогольного опьянения завязалась ссора. Злоумышленник подхватил с земли жертву от изгороди и силы нанес ей множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Нападавший закопал тело покойного, но спустя 3 дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте. Приговором суда мужчине с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении особого режима. В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, ограбившего в общежитии соседку. Все произошло также из-за алкоголя. Во время застолья парень начал избивать и требовать деньги от женщины. Что было? Вымогал деньги. Забрал карточку телефона. Один были? Нет, с девушкой. Вы на свою признаете? В полном объеме. Раскаиваетесь? Да. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Тем временем на дорогах произошло несколько ДТП. Одно из них в Сотниково. Мусоровоз Toyota Duna врезался в Nissan X-Trail. Авария случилась из-за того, что большегруз не соблюдал дистанцию. ДТП обошлось без пострадавших. Однако ущерб у паркетника довольно большой, а у виновника просрочена страховка. Еще одно столкновение произошло на улице Ключевской. Toyota Hilux, по всей вероятности, также из-за несоблюдения дистанции въехал в грузовичок Nissan. Хоть у пострадавшего и не было претензий, все равно пришлось стоять и ждать наряд ДПС, поскольку у Toyota полис каска. Андрей Слепнев, Юлия Пермякова, новости дня.